22 апреля 2019 год. Харьков, дом со шпилем. Вон что в нем пореконструировали. Сняли эти балабухи, которые по краям стояли здания. Да, ну и это Пушкинская. Кто-то меня просил поснимать Пушкинскую. Вот снимал, помню, снимал, а выкладывал или нет, не помню. Вот это ее начало. Как вам торговый центрик? Тут, по-моему, и гравитационные аномалии создаются от такого здания массивного. И даже оно уходит вниз. Это же и на 5 еще. Ну и рядом с торговым центром синагога. Где же еще? Да, еврейская Пасха. Где же быть, как не возле синагоги? Еврейская Пасха. Вчера Украина выбрала себе президента, еврея Зеленского. У нас уже есть еврей премьер Гройсман, мэр Харькова. Небезызвестный Кернес, тоже еврей. В общем, мы в полушаге от того, по-моему, чтобы Хаванагилу сделать неформальным гимном. Иврит вторым государственным, а зарплату получать в шекелях. Хотя, по ощущениям, кажется, мы ближе к купонам. К возвращению к купонам. Второе апреля 2019 год, Харьков. Ну ладно, на площадь Конституции возвращаемся.